выехали мы из дома, и у нас закончился бензин. Вот мы обалдели, когда заглохли. В Таиланде есть вот такие заправки. Чудо. В общем, прям по дороге сейчас и заправимся. 91-95 бензин. Нажми на старт. Бензин. Чего? Помогай папе. Пойдем посмотрим. У нас какой-то звук левый появился. А? У мопеда, говорю, звук появился левый. Мы еще здесь никогда не были. Завернули под табличкой пляж Липаной. Ну и посмотрим, что тут. Пригласим. Погоняй! Песок хорош. Да классно. Тишина и покой. Вообще супер. Да, конечно. Пойдем. Какой дядя? О, нифига. Вон прям сюда заехал, да? Давай посмотрим, что тут есть. Садика? Так. Вам видно цены? Аккуратно, солнышко. Так. Тут без комментариев, так все понятно. Пойдем? Что ли счастье в бабках плаве, ведомый горизонт и флорте в палме. Весь мир упает в ног, но временно завтра все вернет назад. Куда я без тебя, честно, пойду по льду, сразу провалюсь в лес. Мое чудовище, моя принцесса. Крабик, ты конфетки кушаешь? Эрик уговорил Олега построить трамплин. Опа. Стоп.
прикрыть-то. О, вот и трамплин. Доволен? Готов? На старт, внимание, марш. Теперь отмыться будет от песка. Сейчас какой-то тайц проходил, продает там слоников, очки и продавал еще офигенный гамак. И сказал, что его семья и делает. И он был готов отдать вообще за 150 бат, типа, в легкую. А этот гамак намного больше, чем наш. Он такой бело-голубой, мягкий-мягкий, потому что у нас твердый гамак, на нем все-таки не особо удобно лежать. В общем, я надеюсь, мы его купим как-нибудь. Но он говорит, что он каждый день здесь бывает, и его семья и делает, так что если даже этот купит, то какой-нибудь другой будет, я думаю, ничего страшного. Блин, гамак новый хочется так. Неудобно. Олег как раз этот, то подстилает что-нибудь, например, вот этот вот плед, то еще чего-нибудь, то там полотенце какое-нибудь. Неудобно. А тут еще и намного больше. Как его еще привязывать, посмотрим. Вода, Олег говорит, кстати, теплая-теплая. Давайте я вам волны покажу красивые. Не знаю, вот нам, кстати, в комментариях как-то написали. Вот, я устала смотреть на пальмы. Блин, как можно устать смотреть на пальцы, на пальмы? Как можно устать от воды, от таких пейзажей? Блин, я хочу такую фотку сейчас. Сейчас смотрите, какие волны красивые из песка. Так, уже отлив сейчас. Можно вообще идти далеко-далеко, и будет все по пояс. Вода. Пена немножко прошла, ну ничего. Красиво, да? Ой, цензура. Что ж такое, блин, почему родители не одевают своих детей? Что за вот мания голышом, а? Я еще в Паттайе на эту тему ругалась. Ух ты, красота какая, да? Это так мелко. Прям волны. Ну сейчас солнышко совсем сядет. И вообще уйдет море. Это круто, круто, круто. Здесь красота какая. А звуки какие. Пора вещи собирать. А то по темноте не хочет Олег ехать. Короче, ребят, кто нам там пишет в ВКонтакте? Ребят, у нас нет сейчас в данный момент контакта, потому что телефон, к телефону Олега он привязан. Я не хочу заморачиваться и менять опять пароль, логин. Мне это уже надоело. Я уже за последний месяц 3 раза его меняла. В общем, я забила на это дело. И надо бы поменять в описании, еще добавить мою личную страницу и Олега личную страницу. Если что, пишите, пожалуйста, туда по всем вопросам, потому что, ну, не бываем мы на нашей общей странице, по-моему, с числа 12-го. В общем, если зайдете, то сразу увидите. Сейчас мы решим вопрос с моим телефоном, с айпадом, и только тогда все сделаем. Сейчас не хочу морочиться. Расскажи про тайца, который ремонтировал ноутбук и не отремонтировал. А, да, отвезли ноутбук в ремонт в Big C. Оно тут одно единственное. На втором этаже есть ремонт ноутбуков. А он сказал, где-то 5 дней, и через 5 дней приезжайте, максимальная цена ремонта будет 3000 бат. Я говорю, окей, все хорошо, устраивает. Приезжаю туда через неделю.
Он смотрит на бумажку, смотрит на меня. Я говорю, ну, все нормально, сколько денег нужно за ремонт? Он такой, типа, 3000. Я говорю, ну это же была максимальная цена. Он такой, нет, говорит, 3000 надо. Я говорю, ладно, хорошо. Пускай будет 3000. Где ноутбук? Он отремонтировал, он такой, нет. Надо вернуться мне к работе. Я говорю, ну, ты говорю, нормальный человек вообще? Я приехал на 2 дня позже, чем надо. И он не отремонтирован еще. Он такой, ну да, не было времени. Я говорю, все понятно, отдавай ноутбук обратно. Он говорит, приходи через полчаса. Я пришел через полчаса, и в итоге забрал ноутбук, сказал ему пока, всего тебе самого хорошего, и отнес ноутбук в итоге русскому парню, который работает рядом с Galaxy. Ну, адрес я, да, уже показывала. На клуб Galaxy 1, Big C 1. Они там в пешей доступности, там, метров 300, наверное. Короче, он даже не знал, что сломалось, и да, такой, да, все, да, равно 3000 бат. 3000 бат, и все, нормально. Там свой. Вот это. Это мой след. Мы приехали в Tesco Lotus, тот, что находится на Натоне. Надо купить немножко продуктов. Мы утеплились. Свитера. В кроссовках. А? До 70 бат, может, возьмем кучу? Ну, давай. Там нет никогда ни Индии, ни Рокушика, ничего такого, а? Отдавай. Мы сейчас опять поздно приехали, уже все, витрины практически все пустые. Я взял маленький специальный нож, чтобы сделать кляр. А зачем мы тогда столько курицы замариновали? Ну, в принципе, у нас столько кляра. А сколько там точно? Килограмм? 2 килограмма почти. 1,976. Ну что? Топать? Точно? Вниз прям? Да. Прям ногами? Нет. А к чем? Что? Вот, Миша, от 3 сразу. Я хочу синие кофе. Там есть и красные есть машинка, и синие есть машинка, и лезовые есть машинка. Ничего. Ты попозже тогда сделаешь. В смысле попозже? Ремонт. В 12, в 11. Через часик-полтора хотя бы. Почему? Ну, 11 хотя бы. Чтобы они порвали тебя полтора часа. Маринали. Ты эту замариновал? Да. Да, блин, лучше бы от этой просто несколько кусков бы отодрали и все. Короче, беда не приходит одна. Олег сделал чуть-чуть курицы. Вот это вот приготовил доделывать. Вот это вот все готовится к тому, чтобы делать. Это замаринованное ждет. А у нас кончился газ. А у вас? Как подстава? И время сейчас 10 вечера. Да и ладно, как бы с этим еще мы сейчас что-нибудь будем придумывать. Проблема-то... Спят по-любому. Так еще и проблема в том, что надо завтра заправлять этот баллон, получается. А он стоит бат 400, а денег нет. И то есть, как бы, как вообще, что делать-то? Попытка не пытка. Смотрите, что делать сейчас будем. Узнаете ее? Мы ее купили в Tesco Lotus в ПТЕ за 500 бат эту плитку. Как думаете, реально?
сковородку на ней нагреть. Главное, чтобы до них не вспыхнуло все. Не, ну вспыхнуть не должна. Пока она начала гореть, эта плитка. Идите пар. Дым. Пар, дым. Как-то пластик, не пойми что. И запах такой, не супрес. Слушай, убери пока курицу. А, это... Не скидало, что там. Не, не, не. Угу. В общем, прокатило. Картошку фри тоже так попробуем сделать? Что? Пикейки? Полицейский? А, на улице. Ты же его убрал, чтобы папа его не задавил на байке. Неси, мой. Придется.